Welcome from Cuiabá. Прямая трансляция из города Куябе. Япония, Колумбия. Это список сил повреждения в предыдущем матче. И Карлос Бакка пропускает. В основе есть Куадрадо. Человек, который играет в очень энергозатратный футбол. Постоянно он в движении, постоянно в дрибле. Болельщики, которые веселые. А японских болельщиков, которые страшные, нам покажут, я думаю, попозже. Мяч в игре. Разыгрывают мяч. И вот уже на ударную позицию можно попробовать выйти. Японцы обороняются, но как-то не очень уверенно. Колумбийцы даже пяткой пытаются играть в чужой штрафной. Приятная, боевая и, может быть, звезд в ней все-таки побольше, чем у сборной Коста-Рики. И при том, что находилась большую часть матча в большинстве. Был удален с поля за две желтые карточки Кацуранис на 38-й минуте уже. И это даже японцам не помогло. Они не реализовали Парва и кто-то там еще был. Удар. Действительно, это был удар. Мяч цепляет стенку и попадает в руки Аояма. Комбинировать пытался с Хондой. И мяч потерян. Здесь жестковато. Мяч принимает 21 номер Мартинес. Но остается с ним. И подкат. Это Джексон Мартинес. Нападающий Порту. Он в Европе поиграл. И был даже чемпионом Германии в составе Вольфсбурга. Вот он с мячом. И дальний теперь удар. И здесь ничего. Вот так же Япония забрасывала верхом мяч в штрафную сборной Греции. И без толку. Нет смысла навешивать. А можно издали пробить. И хорошую сделать. Выйдя в совершенно новом и непонятном для себя составе. А вот это вот что? Это пенальти. На 16-й минуте буквально и... Куадрадо. 1-0. 17-я минута. Сборная Колумбии выходит вперед. Это при том, что, казалось, японцы как в ЮАР в 2010 году не вышли из группы. Как же точно так же... Нет, в 2010 как раз вышли из группы в 1/8. В 2002 Шальке Гельзенкирхенского. Работающий по правой бровке все 90, а если нужно и 120 минут. Правда, сегодня назад. И удар. В стенку мяч попадает. Так и как классно развернувшись, не касаясь мяча, ушел от соперника, но наткнулся на второго. Мячи, да? Борьба здесь, и мяч достается. Вот японцы объявили, вот сейчас может быть что-то хорошее. Кагава под удар себе же в ближний угол, а спина выручает свою команду. Куадрадо чуть-чуть неудобно возвращается к мячу. Куадрадо вынужден был это делать. И это еще один мяч выигрывает Хасебе. Фол, бывший всех вот таким своим поведением, были на ваших экранах. Хонда разбегается. Хонда в нижний угол. Да, это был подача верхом. Красивый удар через себя. Ответ колумбийцев. Мартинес пошел в одиночку, как на буфет. И дальний удар. Продвинуться к чужой штрафной. Окуба. Очень часто 13 номер Японии принимает мяч на левом фланге. Оставляет центр партнерам, как Гава, судя по всему. Или же так бесславно и бесцветно вылетает с чемпионата мира. Опасный момент. Рамос. Передача в центр штрафной. И с минимальным счетом. Не выпустил на поле юного тогда еще совсем Месси. Хонда. Подача в штрафную. 1-1. И короткая передача Мартинес, надо забивать. 2-1 на 55-й минуте. Колумбийцы бесподобную комбинацию разыгрывают через центр, вообще не обращая внимания на японских защитников. Есть они, нет их. Совершенно не мешали здесь японцы своим соперникам. И как-то очень уж скучно празднуют сейчас колумбийцы. Национальную идентичность сумел перенести в игру команды. И вообще весь наш стиль. Посмотрите, какой блестящий третий гол забивают колумбийцы в ворота сборной Японии. Это снова Джексон Мартинес.
82-я минута. Праздник колумбийский. Вот такой вот желтый праздник. Уже темнеет Куябе. И что сделает Родригес? Родригес убирает мяч вправо-влево и из перекидывает через голкипера. Гениальный Хамес Родригес. Третий матч на чемпионате мира, третий гол. «Ну, любите меня», — говорит Родригес, и его любят. Как не любить такого десятого номера? Что он сейчас сделал с японским защитником и вратарем? Etienne, en el cual ante más de 24.000 almas, la belleza cafetera y la belleza nipona estaba engalanando por el servicio. Entre dos estaba navegando Giovanni Hernández, quien a la media vuelta bate a Seigo Narasaki. Бекерман, главный тренер сборной Колумбии, не выпустил сегодня на поле Фарида Мандрагона, который мог бы стать рекордсменом чемпионатов мира, сыграв в 43 года на этом турнире. Ему 21 июня, буквально несколько дней назад, исполнилось 43, и он бы обошел Роже Миллу, который, если помните, против сборной России играл в 42 года и 39 дней. Но нет, ворота сборной Колумбии сегодня защищает Давид Оспина, первый номер из французской Ниццы. Оборона 4-й Сантьяго Ариас, ПСВ Голландия, 23-й Карлос Валь Дес, Сан-Лоренцо, Аргентина, 16-й Эдер Альварес, Баланта, Риверплейт, Аргентина, 7-й Пабло Армера, Вестхэм, Англия. Полузащита 15-й Александр Мехия, Националь 13-й Фредди Гуарин, Интер 11-й Хуан Квадрадо, Фиорентина, 20-й Хуан Кинтера, Порту. И в нападении 19-й Адриан Рамос, который переходит в дортмундскую Боруссию, и 21-й Джексон Мартинес из португальского Порту. Главный тренер команды – аргентинец Хосе Пекерман. В воротах сборной Японии первый номер Эйди Кавасима, стандарт Бельгия. Оборона 5-й Юта Нагатома, Интер, 15-й Ясуюки Конно, Гамба Осака, 22-й Майя Йосида, Саутгемптон, 2-й Ацуто Учида, Шальке. Полузащита 17-й Макото Хасеби, который играл за Нюрнберг, переходит в франкфуртский Айнтрахт. 14-й Тосихиро Аяма, Санфреччи, Хиросима. 10-й Синдзи Кагава, Манчестер Юнайтед. 4-й Кейсуки Хонда, Милан.
13-й ее сито Окуба Кавасаки. Кажется, что он будет действовать на позиции атакующего хавбека, но мы с вами еще посмотрим. И 9-й Синдзи Оказаки Майнц Германия. Вот он является претендентом на место центрального нападающего в сегодняшнем матче. В первых двух играх он действовал на несколько иной позиции. Альберто Дзаккерони, главный тренер сборной Японии. Встречу обслуживает Педро Проэнци и ваш комментатор Сергей Кривохарченко. Расстановки вы сейчас видите на своих экранах. У сборной Колумбии только трое футболистов в составе, игравших в первых двух матчах. Это голкипер Оспина, это левый защитник Армера и правый атакующий игрок Хуан Куадрадо.